На юго-западе Москвы прорвало теплотрассу. Потоками кипятка затопило проезжую часть на улице Островитянова, недалеко от медицинского университета имени Пирогова. Здание учебного заведения заволокло облаком пара. Как сообщили коммунальщики, отопление и горячую воду в ближайших домах не отключали. Эти кадры прислали очевидцы на наш сайт «Мобильный репортер». На юго-западе Москвы произошло ЧП. На улице Островитянова прорвало трубу с горячим водоснабжением. Плынувший кипяток начал заливать проезжую часть. В нескольких домах по улице понизилось давление и температура в трубах. Прибывшие на место службам пришлось оцепить территорию вокруг прорыва. Также прибыли сотрудники ГИБДД для перекрытия движения. На месте работают оперативные службы. Также прибыл штаб пожаротушения. Работает около 10 автомобилей аварийных служб тепловых сетей.